А спонсор показа — моя группа ВКонтакте. Розыгрыши скинов, прошлогодние мемасы и куча всего интересного. Подписывайся, ссылка в описании. Всем привет, ребят, с вами Костя. Сейчас мы с вами пройдемся по ставочкам на пятый день Кёльна 2016. На полуфинал. Поехали. В прошлый день не зашла одна ставочка, это Natus Vincere против Team Liquid. Игра была очень потная, Na'Vi могли взять эту игру, но что-то с ними случилось под конец второй карты, и ребята просто-напросто на третьей уже совсем поплыли. После этой игры Зев в своем твиттере вроде как написал то, что в команде Na'Vi могут быть какие-то изменения из-за вот этого вот проигрыша. Но, надеюсь, это было просто написано сгоряча, и ничего Na'Vi в своих составах и прочим менять не будут. Ладно, что мы имеем? 2 очка до трофея серебро. Если я все правильно угадаю в полуфинале и финале, я получаю за это 26 очков. То есть в этом случае до золотой медали мне останется всего лишь 1 очко. И я надеюсь, я его получу в виде бонуса. Если кто не знал, вы делаете ставку, и вам дается 1 бонусное очко. Вот, допустим, сейчас у меня 2 очка до трофея серебро. Сейчас я отменю свои ставки. Заходим в инвентарь. И тут уже 3 очка до трофея серебро. То есть я вот поставил, сделал свой прогноз, и за это мне дается 1 бонусное очко. Пожалуйста. Если за ставку в гранд-финале мне дадут это очко, и я все правильно угадаю, то я в принципе могу рассчитывать на золотую медаль. Я надеюсь, я ее получу. Итак, перейдем к ставкам на полуфинал. Как вы уже поняли, тут я поставил на команду СК. Почему? Потому что... Охуительное объяснение. Вспоминая то, как ВП играли против Астралис, мне кажется, вряд ли они смогут взять 2 карты против команды SK Gaming. Ну, максимум 1. Плюс к этому Астралис играли со стендином, а SK Gaming в своем полном составе. Так что тут я поставил на них. Ну и мне кажется, SK тут будут посильнее Виртусов. Следующая игра — Team Liquid против Фнатиков. Если честно, мне кажется, то, что эта игра 50 на 50, и тут, в принципе, можно как Ликвидов пикнуть, так же и Фнатиков. Но мне кажется, то, что у Фнатиков шансов взять эту игру чутка побольше, чем у Ликвидов. Так что здесь я поставил на них. Надеюсь, они ее не проиграют. Далее переходим к Fantasy Team. За прошлый день мне дали аж целых 375 очков, что в принципе мало, потому что мой глобальный ранг 21%. Это хреноватенько. За это мы только получим 1 бронзовую медаль. А я планировал попасть в 5%. Но надеюсь, сегодня мы это дело исправим. Боец, тут я опять же поставлю на Cold Zero. Последней надеждой у меня будет кто? Правильно, Флюша. Экономным стрелком у меня будет Така. Первый убийца, тут я опять же поставлю на Олафа. И последний снайпер, тут я поставлю на себя. Блин, тут меня нет, фак, что мне делать? Тут я поставлю на Фалена или Фолана, кому как удобней. Вот так выглядят мои ставки по игрокам турнира на пятый день, а вот так по командам. Можете делать такие же ставки, как у меня, либо ставить свои, это уже ваше дело. Прогноз на гранд-финал я не буду заливать целый видос, где я делаю только лишь 1 ставку на канал. Я просто сделаю скриншот и выложу его в группу ВКонтакте. Так что, если вам интересно, подписывайтесь, ссылка в описании. И скоро там будет еще один розыгрыш, так что это лишний повод подписаться на нее. В общем, надеюсь, все ставочки зайдут. Гарантированно у нас есть бронзовая медаль по пику команд и также бронзовая медаль по пику игроков. Это, в принципе, хреново на самом деле, но хоть что-то. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, добавляйтесь в ВКонтактике, вступайте в группу в Стиме, все нужные ссылки есть в описании, и приходите сегодня на стрим. Запущу я его чутка попозже, ссылка на мой Twitch канал есть в описании. На этом, в принципе, все. С вами был Костя, всем удачи, пока!